фильм «Восхождение». Очень тяжелый и страшный фильм о событиях, происходящих во время Великой Отечественной войны. Когда я садился смотреть этот фильм, мне и в голову не приходило, что я увижу. Кульгаев хутор, знаешь? Кульгаев? Ну, знаю. Очень удивили оба актера, сыгравшие главные роли. Я давно хотел посмотреть какой-нибудь фильм с участием Бориса Плотникова, ведь кроме его роли доктора Барменталя я ничего не видел, а тут его дебют на большом экране, да еще какой. Мы же солдаты. Солдаты. Не лезь в дерьмо. Не отмоешься. Владимира Гостюхина я сразу узнал и даже удивился, не ожидал его увидеть таким молодым. Я мельком видел его в каком-то современном сериале про дальнобойщиков и никак не ожидал встретить в фильме 1976 года. А тут такая роль, такое впечатляющее исполнение. Ловко ты его, как кролика вздернул. Я, как и Андрей Тарковский, считаю Анатолия Солоницына гениальным актером. Не могу объяснить словами почему, но когда я вижу его в любой роли, у меня захватывает дух. То, как был сыгран следователь Портнов, не передать словами. Вы сдохнете, как предатель. Не выдашь ты? Кто-нибудь другой выдаст. А спишем все на тебя. В тот момент, когда Портнов пытает Сотникова, выжигая на его груди звезду, я вдруг вспомнил, что видел этот фильм в детстве и точно помню этот момент, тот ужас, который я испытал во время просмотра. Стоит ли заставлять современных детей смотреть подобные фильмы? Не знаю. Каждый родитель должен ответить на этот вопрос сам. С вами был Павел, журнал «Советское кино». Не забудьте поставить лайк.